Перед началом ролика не могу не упомянуть о своем генеральном спонсоре – FunPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Не прошло и 40 лет, как компания Blizzard наконец на своем сайте анонсировала коллекционное издание к дополнению The War Within, и также эта коробка приурочена к 20-летию WoW. Суть-то в том, то, что этот анонс должен был быть еще в 13 часов по московскому времени, но только в 20 часов по московскому времени по итогу дали анонс этого коллекционного издания, выставили на продажу на сайте gearblizzard.com, и можно все абсолютно глянуть. Таймер вообще сломали, в итоге поменяли на текст. Ну, что поделать, таймер на сайте очень сложно настраивается. Перейдем на сайт и давайте глянем наполнение. Надеюсь, все нормально видно, я так плюс-минус еще раскручу-прокручу, что получается. Общая коробочка, 200 евро цена. Далее French, то есть получается для Франции, и German, то есть получается для Германии. Не знаю, почему их три разных, это довольно-таки интересно. То есть, ну, одна общая, окей, давай смотреть общую, хорошо. Посмотрим абсолютно все в новой вкладке. Что у нас получается? Слева можно глянуть наполнение по масштабу, посмотреть, да, что, как вообще валяется в коробке. Также справа абсолютно все прописано по наполнению. Давай пройдемся для начала справа. Этот продукт по предзаказу будет доступен в декабре. Окей, если я правильно перевел. Также находится Game Key для Epic Edition. То есть коды будут. Но сколько будет стоить код из этой коллекционки? Вопрос хороший. И почему декабрь? Это как-то поздно очень. Дальше артбук, в котором показана вся абсолютная история создания, то есть там очень-очень много всяких красивых, интересных картинок. Грифон, райдер, статуя. Ну, такая вот позолоченная якобы статуэтка. Коллектор спин с Андуином, Алерией и Тралом. Окей, это должно быть красиво. Ну, понятно, что в себя эпик издание включает, то можно все глянуть на сайте. Статуэтка — это пин с Андуином, Алерией, Тралом единый. Это артбук. Это как оно все выглядит в целом. И вот так вот. А что такое? Это просто то, что масштаб этой всей коробки? Или что это значит? Да, абсолютно верно. Это размер коробки. Даже коврика нет. Что-то как-то слабенько на самом деле. То есть оно приурочено и к 20-летию, и к новому дополнению, а как-то маловато. Не знаю, но факт в том, что есть кодики, это уже интересно. Второй, конечно, вопрос, который можно поставить после всего этого, это то, что будут ли во время релиза нового дополнения работать эти кодики на русских учетных записях и на РБ-учетных записях, потому что, ну, есть некие риски. Получается как-то так, что ж, мы дождались, делаем преордер на наших каких-нибудь друзей, которые живут за границей. Пусть они лутают пораньше, потому что им все-таки придет быстрее. И забираем кодики. Я уже представляю эту картину, как на каких-нибудь там маркетплейсах по типу Авито, не знаю, Wildberries, продают статуэтки эти, потому что, ну, вряд ли кто-то будет там выкупать эти статуэтки, если человеку нужен только код. Короче, это все может быть очень забавно и интересно. Как-то так получается. Уверен, вам тоже есть что сказать в комментариях. Поделитесь своими эмоциями насчет этого. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!